Мы на озере. Сегодня нас ждет рафтинг. Любите рафтинг? В этой речке холодной, с течением. Естественно, здесь порогов нет. Это вот где мы закончим свой маршрут, а там будут пороги. Уже готовы к приключению. Как всегда, все туры такого рода мы бьем только через Тайсона. Тайсон, привет, мы на месте. Как всегда, ты самый лучший. Самые у него всегда доступные цены. Поэтому если вы... Тайсон, спасибо! Мы ждем нашей экскурсии. Рафтинг, вперед! Дети больше всех счастливы. Для них это прям вообще... Что, мы готовы, одеты, вооружены веслами. Речка нас ждет. Ю-ху! Тут наши красавчики после рафтинга. Очень вам понравилось на рафтинге? Да. Да, еще вернемся? Угу. Очень понравилось. Зимой. И зимой мы хотим, кстати, потому что зимой здесь тоже крутые туры. В общем, очень всем советую. Мы были вот в таком месте, называется Немо Рафтинг. Покормили нас, все, мы объелись, едем домой. Всем добренькое утро. Уже сколько у нас? 10:42. Я уже все дела свои сделала. И осталось только делать что-то приятное. Вот, а что? Покажу вам сторис, еще пока сама не приду. Жду товарищей. Хочу показать вам, как прикольно здесь завозят и вывозят мебель. Вот так вот, через балкон. Все сейчас погрузят. Вот эту штуковину будет спускаться. И все это сразу помещается. Сменили домик. Кто-то переезжает. Вот так, раз. Давайте, распускайте. Опа, вот так вот, раз. И сейчас буду здесь выгружать. Вообще легко и просто. Эта штуковина регулируется, то есть на нужный этаж. Вообще гениально. Активно интересоваться темой блогинга. Начала с вами, а лучше ответим на вопрос. Хотели бы вы иметь более 4 миллионов?